Высота его составляет 98 метров. Скульптор этого памятника Зураб Церетели. Памятник весьма неоднозначный и считается десятым по уродливости в нашем городе. И вот еще один интересный момент. Если вы видите, то каравелла Петра Первого, на которой он стоит, установлена на растральной колонне. Рострами в старину называли носовые части Кита. Кита, Китай, город. На этом я немножко прервусь. Сейчас на... В 1953 году первая высотка, хотя всего таких высоток должно было быть в Москве 8. И заложены они все были в один и тот же день, в сентябре 1947 года, в дни, когда праздновалось 800-летие города Москвы. Как я уже сказал, первая высотка была на Котельнической набережной, а последняя 8. Высота его составляет 98 метров. Скульптор этого памятника Зураб Церетели. Памятник весьма неоднозначный и считается десятым по уродливости в нашем городе. И вот еще один интересный момент. Если вы видите, то каравелла Петра Первого, на которой он стоит, установлена на растральной колонне. Рострами в старину называли носовые части. Ваше внимание на постройках внутри Кремля. Конечно же, это колокольня Ивана Великого. Ее высота 81 метр.